вот эта красивая девушка, которую вожделит молодой человек, это власть. Это власть. Ты ставишь свечку, вот, Господи, помоги мне с ипотекой. Не сработало, все, Бога нет. Прикольно, сейчас какие-нибудь старые такие православные, ага, прикольно, нельзя говорить, вот можно. Вот та самая бабушка из свечной лавки посмотрит очень строго. Во-первых, бабушек можно обнимать, потому что молодую девушку обнимешь, уже не то подумают, да? А бабушку обнимешь, никто ничего не подумает, вот. Я сам, знаете, иногда какую-нибудь проповедь толкаю про любовь, и тут ребенок заплачет где-нибудь, и ты прям ребенок заплакал, как он мешает людям слушать мою проповедь про любовь. Мои друзья идут на дискотеку в пятницу. Вот как мне объяснить, что у меня пост? Когда в семье, значит, один человек уверовал, то все остальные сразу стали мучениками. Нет, домострой. Это еще ковчег Ноя бы откопало. Церковь и молодежь – это две параллельные прямые или есть точки соприкосновения? Об этом мы не только поговорим прямо сейчас со священником, блогером, настоятелем храма Георгия Победоносца в Нахабине Павлом Островским. Церковь и молодежь. Сегодня подростки смотрят 15-секундные видео, а служба в храме идет много часов на церковно-славянском языке. Не кажется ли вам, что это пропасть между современным поколением и церковью? Во-первых, я защищу подростков, потому что они, конечно, вот это, знаете, такое высокомерное к ним отношение, когда говорят, вот это поколение ТикТока. Не надо. Они, конечно, смотрят ТикТок, как, впрочем, многие взрослые, да? Но они и смотрят большие видео, они читают большие тексты. И они умнее нас, это тоже, да, факт. Я просто имею в виду, что им не нравится вот это высокомерное отношение, которое они видят у взрослых. И что очень интересно, они иногда сами закрываются от нас. То есть они скорее скажут нам, да, я люблю ТикТок, чтобы ты от меня отстал. А что касаемо богослужения, то я думаю, что всегда было нормально, когда подростки все переосмысливали, когда они во всем начинали сомневаться, и в том числе даже достигали атеизма. Потому что неверие — это довольно высокая ступенька. Потому что есть еще такая ступенька, нулевая, она очень плохая. Это когда мне все равно. Вот поражение в воспитании ребенка — это когда родители верующие воспитали ребенка, которому все равно. Все равно и на Бога, и на ближних. Вот и такой, на себя, знаете, да? Пофигист такой, да. Это плохо. А вот если ребенок засомневался, он вот говорит, мне кажется, я не верю в Бога. Он говорит, прекрасно, давай разбираться. Спрашивай, сомневайся, вперед. Это строится своя вера самостоятельно. И это достижение, это нужно достигнуть еще. Это говорит, если ребенок так общается с родителями, это говорит о наличии контакта. Доброго контакта между папой и ребенком, или мамой или ребенком, да? Поэтому, когда ребятам вдруг становится жутко скучно на службе, там еще что-либо, это нормально. Мы должны не отбрасывать их, а создать условия для вот этого самостоятельного роста. По-разному все идут. Есть ребята, которые очень быстро воцерковляются, есть, которые, ну вот не получаются у него, нет у него вот сейчас такой веры. Есть другие способы, собственно, как человека, по крайней мере, поддержать. А вам не кажется, что многие боятся быть непринятым? Потому что надо знать, как одеваться, как молиться, как креститься, как ставить свечку. А то вот та самая бабушка из свечной лавки посмотрит очень строго. И вообще, почему говорят, что те люди, которые работают в церкви, очень часто бывают озлобленными? Они не озлоблены. Просто сама позиция твоя, когда ты хочешь кого-то научить, она выглядит недобро. Вот когда ты хочешь выслушать и понять человека, это добрая позиция. А когда я хочу сказать, а я замечу, что очень многие люди, когда они вот в Бога поверят, Священное Писание почитают, у них появляется такое количество разных мыслей, и им хочется этими мыслями со всеми поделиться. Особенно с молодежью. Вообще просто со всеми. Что юбка не та длина. Есть такая шутка, что когда в семье, значит, один человек уверовал, то все остальные сразу стали мучениками. Это шутка с большой долей правды. Поэтому, когда человек приходит в храм, и вдруг все начинают его учить, это, его дезориентирует.
Тем более, когда, правда, человек приходит в храм, и он, может быть, не знает там какие-то традиции и тому подобное, он зачастую не встречает доброты, а встречает какие-то такие укоризненные взгляды, что тоже не воспринимается как добро. Думаю, что нам это просто нужно пережить. Мы можем на эту тему разговаривать хоть 100 тысяч 500 лет, просто нужно пережить. Я думаю, это поколение постепенно уйдет, придет другое. Потому что, по крайней мере, когда я вот вижу на ребят вот так до 40 лет, которые в храм ходят, у них уже, конечно, ну, как бы они по-другому уже на многие вещи смотрят. А многие сами из них пережили вот эти косые взгляды и тому подобное. И уже больше доброты. Это, мне кажется, просто вполне естественно, учитывая, что многие наши пожилые люди верили в Бога во времена Советского Союза еще даже. Или во времена перестройки. И, в принципе, там все было через «не могу». Ну, крестили, да, подпольно. И крестили подпольно, и, например, на Пасху могли просто не пускать в храм молодежь. Ну, был такой, знаете, такой ужас. И поэтому все-таки надо снисходить тоже, в том числе и к пожилым людям. Но вот это желание учить, оно вредно. Вредно. Потому что совет хорош только тогда, когда его спрашивают. А не когда ты лезешь всем. Вот это морализаторство, это самый короткий путь, чтобы от тебя закрылся твой ребенок или человек, который пришел в храм. Однозначно. Еще один страх – быть непринятым в своем собственном сообществе. Ну, условно, мои друзья идут на дискотеку в пятницу. Вот как мне объяснить, что у меня пост? Можно стать изгоем. Вы знаете, есть замечательная мудрость древняя. Будь проще, народ потянется. У меня была знакома невеста Анечка. Она очень просто отвечал на вопросы. Он говорит, я иду в храм. Вы на дискотеку, а я в храм иду. Но она это говорила без осуждения и без стыда. И так как она говорила это просто, то, вот знаете, вот это... Вот рыбак, я такая, да, и делаю то, что... Да, рыбак рыбака видит издалека. И обычно люди, как бы, они друг к другу тянутся. Ты простой, и вокруг тебя будут тоже простые ребята. А когда мы начинаем сами этого стесняться, вот едешь там в общественном транспорте, решил перекреститься, и вместо того, чтобы спокойно осенить себя крестным знаменем, да, ты боишься что-то, ты вот так вот делаешь. Это. Иногда вот так, да, с курткой? Да, но самое главное, во-первых, это тщеславие, потому что ты вообще никому не нужен. Ты думаешь, ну меня сейчас все посмотрят. Да, каждый смотрит сам на себя, это правда сегодня. Посмотри на себя в зеркало, такое лицо, кто на тебя смотреть будет. Да? Ну, то есть я имею в виду, что никому ты не нужен. Перекрестись спокойно и едь дальше. И никаких не будет проблем. Я, знаете, однажды видел такую картину, шел по торговому центру, и вот так... Ну, это такой Бродвей, знаете, где много-много людей идет. Mm-hmm. И там в закутке коврик, и мусульманин намаз совершает. Я это заметил, потому что я верующий. А всем остальным да. Абсолютно я молюсь, все равно. И поэтому, когда кто-то молится, я это замечаю. И, ну, я порадовался, человек молится, слава Богу, да? Но так как большинство людей, в принципе, особо не молятся, они это не замечали. Для них это было что-то несущественное, неважное. Это очень важный момент. Это рыбак рыбака видит издалека. Если ты молишься, то ну, тебя заметят только те, кто молится. И, скорее всего, они тебя похвалят про себя. А вот по вашим наблюдениям, сегодня больше людей стало в церковь ходить? Может быть, на волне пандемии, в условиях спецоперации число прихожан увеличилось? Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что этот принцип тоже древний. Какой поп, такой приход, он действует и до сих пор. Везде, где священники активно стараются трудиться, работать и любить своих прихожан, там постоянное увеличение прихода. Везде, где священник, даже если это будет очень проходное место, везде, где священник по каким-либо причинам духовно, там, не знаю, не хочу осуждать, но вот он не занимается, там будет уменьшение, то есть там в итоге будет полупустой храм. То, над чем мы трудимся ежедневно, 24/7, добрая атмосфера. У нас не всегда получается, потому что я сам, знаете, иногда какую-нибудь проповедь толкаю про любовь, и тут ребенок заплачет где-нибудь, и ты прям ребенок заплакал. Как он мешает людям слушать мою проповедь про любовь. Ну, то есть, это, знаете, вот это наше человеческое лезет. Прихожане в основном женщины. Нет, у нас... Увеличивается число мужчин? У нас прихожане в основном молодежь. Вот если брать Пасху, то что на Пасху, естественно, собирается вообще все сразу. У нас было где-то 500 человек. И я очень порадовался тому, что у нас, ну, как минимум половина, это были подростки и студенты. Это просто прикольно, знаете, потому что вот прикольно. Сейчас какие-нибудь старые такие православные, прикольно, нельзя говорить, вот можно. С молодежью можно, да? Я просто не думаю, что очень было много молодых. А когда молодые, там, честно, не поймешь, что пацан, кто девчонка. Все-таки, ну, лицо просто молодое, радуешься, что у него еще жизнь впереди.
Вот. Ну, это хорошо прям. Я даже, знаете как, у нас настолько мало пожилых людей, что у нас очень много бабушек, и я прям бабушек говорю, я прям... Во-первых, бабушек можно обнимать. Потому что молодую девушку обнимешь, уже не то подумают, да? А бабушку обнимешь, никто ничего не подумает, вот. И я бабушку называю молодежью. Я говорю, молодежь, там, я такие... Девушки, да. А знаете как, вот вроде бабушка-бабушка, скажешь, там, ну что там, ну, возьмем сейчас такое нейтральное имя, Анна, например. Ну что, Ань? Танцевала молодость? Они говорят, ой, танцевала. И прям веришь, у нее такие, знаете, огоньки в глазах появляются. Значит, было интересно, видать. Я потанцевал, может быть, с ней лет 60 назад. Священники и власть. Параллельные прямые. Вообще, ваше мнение какое? Должен священник общаться постоянно с прихожанами, даже если это высший чин, скажем так? Я хочу сказать по поводу власти, что это огромнейшее искушение. Я могу сказать, например, сначала про себя. Я это анализировал спустя уже несколько лет, как я стал священником. Во-первых, я думал, что у меня вообще не было никаких шансов не повредиться от власти. Вот смотрите, был когда-то просто Паша Островский. Ходил какой-то пацан, ну там, в Бога верил, да, но все это ко мне относились как Паша. И вдруг в один день я становлюсь отцом Павлом. Мне начинают руку целовать, люди ко мне подходят за советами. Взрослые люди, состоявшиеся. Ко мне подходят там девчонки, что-то спрашивают, там богатые люди. И все, отец Павел, а потом говорит, спасибо вам за совет, спасибо. Вот были ли у меня шансы не повредиться? Ноль. Никаких шансов. Я, безусловно, повреждался. Я даже, знаете, я думаю, что об этом нужно говорить и семинаристам, что это нужно наперед знать, что ты все равно повредишься. Я как такой пример скажу. Вот со мной же просто так никто никогда вот так за лавочку не сядет, не будет разговаривать, да? И тут вдруг я вот прям подмечала, со мной разговаривают красивые девушки. Но они разговаривали не со мной, они разговаривали со священником. Но ты-то все равно один человек, да? В общем, вот повреждение было. Слава Богу, я с ним борюсь, и вроде как-то оно отпустило. Но власть, она повреждает каждого человека. Вот у меня есть трое детей. У меня две старшие дочери, потом сын. Я понимаю, что когда-то, вот старшей дочке 13,5 лет, когда-то придет какой-нибудь парень, который будет ее обнимать, и мне нужно будет свою власть снять. Но это же моя дочь. Да как это так? Да вообще, ты что, руку убери, ты что ее трогаешь, да? Ну, то есть, это моя это дочь. Это человеческие, да, мысли, да. Человеческие чувства. Нужно будет власть снимать, давать ей самостоятельность, чтобы она стояла сама, а не так, что я держу. И это, конечно, касается любой власти, светской власти, церковной власти. Абсолютно все наши чиновники, все повреждены властью. Независимо от того, хорошие или не добрые, патриарх Кирилл поврежден властью, митрополиты все. Так, власть — это тяжелейшее испытание. Тяжелейшее. Нужно быть буквально именно святым человеком, стремиться к святости, чтобы хоть как-то ей противостоять. Иоанн Златоуст привел замечательный пример. Это святой IV века. Представьте себе, говорит, молодого человека, которому нужно делать, ну, ему поручили какое-то дело. И рядом с ним в соратнике поставили симпатичную, красивую девушку. Вот если он будет вместе с ней делать это дело и не будет ее вожделеть, у него все получится. Но если он начнет ее вожделеть, дело проиграет. Просто потому что он отвлечется на нее. Вот эта красивая девушка, которую вожделит молодой человек, это власть. Это власть. И я это в себе это вижу, как отец, как священник. Я это вижу и в других людях. Это, на самом деле, легко заметить, да? А что изменилось? Ты так же писаешь и какаешь. Ты так же умрешь. Ты такой же человек. Ты так же отвечать будешь перед Богом. Сказано в Священном Писании, ну, у нас в молитве такая поется, что все будут в равном достоинстве перед Богом. Царь, нищий, богатый и убогий. Все будут в равном достоинстве. Но вот я смотрю на родительскую власть. Она приходит, уже власть есть. Это, на самом деле, очень сложно оставаться человеком. Это реально сложно. И сколько у нас людей, поврежденных от родительской власти. Например, значит, девушка замуж вышла, и вдруг оказывается, что она не только замуж вышла, а еще есть мама у ее мужа, которая постоянно... Еще сестра у того, да, же мужа. Влезает, да. Это превышение должностных полномочий. Ты не имеешь права влезать в чужую семью. У тебя нет такой власти. Но не может мама остановиться. Не справляется она. Конечно, мы можем ее судить, но это важно понимать, что она с собой не справляется. И также таких вот случаев очень много. Ребенок уже не ребенок. Вот сколько раз приходилось пожилым людям объяснять. Вот у меня сынок, ему 40 лет, вот он никак не одумается.
Он не сынок. Он уже взрослый человек. Ну подождите, а ведь церковь за домострой выступает, нет? Нет. Домострой. Это еще ковчег Ноя бы откопала. То есть независимым сильным женщинам с амбициями дорога есть. Знаете, у нас должна быть любовь. Любовь должна быть. Христос сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если девушка с амбициями и при этом она любит людей, это прекрасно. Но если она с амбициями и идет по головам, да, то лучше бы ей эти амбиции куда-нибудь деть побыстрее, потому что она по головам идет. И однажды ей это вернется все. Да? Она сама от этого будет очень сильно страдать. Когда-то были традиции семейные. Этих традиций уже нету. Их никогда не будет. Ну, возьмите, вот берем, опять же, я так с подростком общаюсь, это такая основная моя тема. Но вот моей дочке там 13,5 лет. Она бы уже, вот если бы жили бы там несколько веков назад, она бы уже сейчас думала бы о замужестве. Вся ее жизнь уже сложена. За нее выбор я уже сам сделаю. Я найду ей жениха, и она будет рожать детей, пока не умрет в родах. И слушаться меня. Ну, то есть она будет слушаться мужа, кстати, потом. Но не суть. То есть мы за детей всегда делали выбор. Всегда. Если, например, вот я сапожник, а ты мой сын, кем ты будешь? Сапожником. У тебя нет вариантов. А сегодня, посмотрите, во-первых, в 13 лет ни о каком браке никто не думает. Огромное количество ответственности падает просто с моих ребят. Мы говорим, ты должен определиться, потом ты должен там замуж выйти и все остальное. Все ты должен сделать сам. Какой может быть домострой, когда мы сами сложили себе все свои полномочия, хотя власть оставили. Хорошо, но церковь часто упрекает в том, что она тормозит прогресс. Ну вот, например, современная медицина может помочь бесплодной паре иметь ребенка. Но не каждый ЭКО церковь одобрит. Ну, смотрите, я бы, когда мы говорим про прогресс, я бы все-таки не уходил бы тут конкретно там, в ЭКО, потому что экстракорпоральное оплодотворение — вопрос сложный. Определенные виды ЭКО церковь разрешает, определенные не разрешает. Да? Но если говорить вообще про прогресс, то смотря куда мы идем, если технический прогресс ведет нас к обрыву, то лучше я буду среди тех, кто тормоз. Пусть мне будут говорить, ты тормоз. Ну, то есть я добровольно откажусь от современных благ цивилизации? Я буду отказываться ради от тех... веры. Я буду отказываться от тех благ цивилизации, которые делают меня биороботом, которые лишают меня человеческого. Вот в тот момент, когда я отказался от просмотра определенных СМИ, от торчания в соцсетях, я стал замечать природу, грибочки собирать, на рыбалку сходить. Невозможно жить и так, и так. То есть ты все равно ты даешь чему-то приоритет. Это не касается технического прогресса. Но технический прогресс, он или нам служит, или он нас контролирует. Это важно. Я только одно замечу. Технический прогресс настолько быстро развивается, что мы не успеваем его осмыслять. Вот то, как влияет радио на человека, мы знаем. То, как влияет телевидение на человека, мы знаем. Но как влияет интернет на человека, мы еще до конца не знаем. Но мы уже от интернета уже пришли к социальным платформам, а уже как волна идет AR, дополненная реальность, VR, виртуальная реальность. А что будет еще через 5 лет, мы не знаем. Я просто имею в виду, что... Но мы даже не начинаем осмыслять, как это влияет на наших детей. Вот мы с тобой уже старые люди. Шучу, ладно. Нет, я согласна, что мы запрыгиваем в последний вагон, потому что они родились уже с телефонами, цифровыми технологиями в руках. Просто мы даже не знаем, как на них это скажется. Понимаешь? Это не всегда обычно прогресс осмыслялся. А сегодня люди, которые за гуманитарные науки, вообще, которые гуманитарии, их вообще никто ни о чем не спрашивает. Технарии, да, впереди планеты. Кстати, то же самое касается медицины, потому что, с одной стороны, да, медицина, и мы рады тому, что у нас там какие-то болезни, научились мы лечить и так далее. Но надо смотреть в целом на жизнь человека. Потому что есть определенные заболевания по типу там депрессии, какие-то психические расстройства. Вот, кстати, очень интересная тема, да, депрессия. Считается, что каждый второй ей страдает. Сейчас еще биполярное расстройство в тренд вошло, да, практически каждый четвертый. Вот по моему мнению, верующий человек не может страдать депрессией. Ну, то есть, условно, пусть это будет не вера. Есть цель, есть какая-то мечта, ты к ней идешь. Ну, ты не можешь депрессировать, впадать в уныние, это смертный грех, да? Ксения, я бы сказал, что не неверующий, а... Так. Любящий. Тот, кто любит. Вот даже берем атеиста. Человек в Бога не верит, соответственно, Бога не любит. Он ему как бы вообще на повестке дня не стоит. Если он сам любит, депрессии не будет.
если настоящая любовь, да? Если мы говорим про верующих людей, то опять же, если верующий человек тоже любит Бога и ближних, тоже депрессии не будет. Но надо разбираться, потому что иногда человеку кажется, что он все-все делает правильно, и что он отлично и любит Бога и ближних, а на самом деле все у него давно уже извращено внутри. И бывает, что человек думает, что он любит ближних, а на самом деле так на поступки посмотришь, ты ненавидишь их на самом деле. Просто даже сам не замечаешь, со стороны себя не видишь. Поэтому я бы сказал так, что те люди, вот я так могу только за православных говорить, все мои знакомые православные христиане, которые именно искренне, живо, вот именно живут православной жизнью, у них не то, что там депрессии нет, они, знаешь, как просто на другой планете, вот от всего этого депрессивного мира. У них покой, внутренняя свобода есть, радость, счастье и так далее. Но просто есть очень много людей, которые внешне делают все по-православному, внутри им просто само православие вызывает у них уже тоску. Сама служба вызывает депрессию. Сам факт, что мне нужно в воскресенье встать, идти на службу, выгоняет тебя в такую депрессию, что лучше бы я атеистом родился. И есть православные, которые завидуют атеистам. Вот, вот классные, они могут блудить, там, бухать. Ну, так представляется в голове обычно. Что может сделать церковь? Ну, вряд ли может излечить. Ну, надо смотреть причины. Если причины духовные, то духовные причины, они в церкви врачуются на раз-два. Это, конечно, у нас большой опыт уже, душепопечение, 2000 лет церкви существует. И отлично, духовные причины, ну, это Господь Бог лично на самом деле. А если мы говорим про какие-то психологические повреждения, ну, это нормально, священнику тоже знать свои полномочия. Если ты видишь, что человек нуждается в психотерапевтической помощи, то отправлять психолог, психотерапевт, психиатр, там разные варианты есть. То есть тут надо работать, да, уже в связке. Потому что если у человека, например, шизофрения, или там психоз, там еще что-либо, то, ну, извините, надо таблетки пить. Ну, тут уже, ну как бы, но здесь нужно просто понимать, там, если человек, например, не спит, у него бессонница, то там ты ему говори, не говори, читай Писание, не читай Писание на ночь, то, значит, нужно идти и проверять сон, что у тебя не так. Там, к сомнологу идти, а может, там, правда, и психиатру, там, мало ли что. А не кажется ли вам, что многие люди, которые приходят в церковь, перекладывают ответственность на священника, например, да? Ну или вот там начало учебного года. Сколько есть мамочек, которые придут, свечку поставят и скажут, да все будет хорошо. Как к этому относитесь? Ну, я отношусь к этому негативно. Вот, понять людей можно, я и сам так поступаю, в общем, но себя за это не люблю. Это, знаете, я понимаю, что Господь Бог, Он правда любовь. Потому что такое хамство терпеть от нас людей только может по-настоящему любящий Бог. Представляете, приходит, значит, мама там, или неважно, кто приходит, там ты ставишь свечку, вот, Господи, помоги мне с ипотекой. Не сработало, все, Бога нет. Знаете, какое хамство? Слышишь? А теперь представим, что помог, у тебя все получилось. Пришел, еще одну свечку поставил. Ну, как бы, ну, это хамство, так нельзя. Если бы, вот, я могу сказать, я могу только от себя говорить. Если ко мне бы кто-то относился так, как я отношусь к Богу, я бы этого человека считал бы лютым врагом. Ну, просто то, как я молюсь. Ну, все мы люди, рассеянно, да? Да, рассеянно. То, как я себя, бывает, там просто ропщу на Бога и так далее. И при этом он меня любит. То есть я понимаю, что он столько всего потерпел. Так что это, конечно, нехорошо. Но при этом всем надо радоваться даже мельчайшим проявлением веры. Сейчас не такое время, когда можно, знаете, с видом таким, ха-ха, вы не умеете верить. Надо радоваться всему, что хоть что-то доброе растет, и всячески это так раздувать. Замечательно, есть слова Господа Бога в Священном Писании. Он говорит, я льна курящегося не угашу, и трости надломлено не переломлю. Вот возьмите тростинку и надломите ее. И вот она, вот, знаете, вот еще чуть-чуть сделай, она развалится. Господь буквально терпит. То есть мы там можем хамить, там все остальное, но Он терпит, ждет, вот пока ты все-таки как-то хоть чуть-чуть созреешь. И нам, конечно, тоже нужно терпеть и снисходить к людям. И я, например, могу покаяться. Может, кто-то сейчас смотрит, с тех, кто от меня пострадал. Я помню, в первые годы священства, когда в Великую Субботу, накануне Пасхи, люди приходили освящать куличи, и я, значит, обязательно выходил с проповеди и говорит, вот плохо, что вы только приходите ключи освещать. Это ужасно, там, вы все сгорите в аду. Ну, я, конечно, не так, там, что там, больно ада, нужно вас там встречать. Ну, не суть. Я, то есть, я постоянно прям, знаете, вот, ну, посмотрите, вот, пришел человек, может быть, впервые куличи осветить.
и получил по шее. Пойдет он потом еще раз в храм? Не пойдет. Ну, мы с этого начали, да. А сейчас вот у нас люди приходят, мы там все там, мы еще подарочки подарим, классно, все там, ребят, мы очень рады, что вы к нам пришли. И все, люди потом тоже туда приходят. И не все, но кто-то приходит. Хочу аналогию с кино провести. Вот есть популярное кино и артхаус. Популярное смотрят миллионы, артхаус понимают единицы. Не считаете ли вы, что церкви уже давно пора перестроиться в сторону популярного кино? Вы знаете, все должно быть естественно. Если священник, который любит молиться, очень строгой жизни духовной, воспитан, знаете, там, бабушками из деревень там, и так далее, и он начнет там скакать, прыгать и веселиться с молодежью, все заметят фальшь сразу. А если священник, ему вот Господь дал какой-то дар, и он может спокойно общаться с молодежью, где-то пошутить, в меру и так далее, то ему не надо себя изображать какого-то аскета. Я такой... Ну, дочь моя, сидишь тут, платок, волосы торчат, ну, ты побойся Бога, вообще, что смотришь? Не, конечно, это плохо, это неправильно. То есть не должно быть фальши. Так что, что есть, то есть. Как вот Господь дает каких священников, каких нам миссионеров, такие у нас и есть. Но специально именно вот идти по пути популярности, то есть следить за количеством и некачеством, я бы точно не хотел бы. Потому что... Знаете, вера, она проверяется через испытания. Возьмите пример с Россией сейчас. Сейчас быть русским, особенно если ты в информационном поле и так далее, и говорить «я люблю Россию», и не стесняться этого, да, уж тем более там не стыдиться, для очень многих людей это подвиг. Но именно сейчас и проявляется твоя верность к России. Вот независимо от того, люди даже не знают, как я отношусь к специальной военной операции. Независимо от того, как я отношусь к операции, там, к политикам и все остальное. И все остальное. Я все равно люблю Россию. Я ее никогда не буду стыдиться. Это моя родина. Мне Господь так устроил, что я здесь родился, я здесь умирать буду. Это моя страна. И верность, она именно в этот момент проявляется. А так, что, значит, пока меня страна кормит, я такой бегаю, значит, триколором, а теперь, значит, какие-то проблемы, я, значит, теперь считаю, что мне стыдно. А мне кажется, это вот проявление неверности. Я не говорю, что это предательство, но ты не проявляешь верности. Это как в браке то же самое. Легко, конечно, когда жена у тебя такая вся светленькая, прыгает вокруг тебя, а тут жена забеременела. Гормоны. Гормоны, у нее токсикоз, ее там тошнит, она требует огромного количества внимания. А ты очень много внимания недополучаешь от нее. Вот здесь сохраняй верность. Первый шквал разводов, вообще измен, который... Беременность происходит, первый, да, беременность, это статистика. Да? Статистика – точная наука. Да, это важно понимать. И женщины должны это знать, что муж проявляет неверность. Вот первый такой вот опасный момент, когда ты беременна. Окажется, в этот момент, наоборот, он должен проявлять верность. Но это, говорю, это некая... Вот это подвиг, некое движение должно быть. Ты должен себя прям понуждать, заставлять. Это нужно сказать сборной России по футболу. Ребята, нужно двигаться. Подвиги нужно совершать. Двигаться. Вот ты уже не можешь, но двигайся. В завершение. Что вы скажете Богу, когда с ним встретитесь? Спасибо Владимиру Владимировичу Познеру за то, что он придумал этот нелепый вопрос. Потому что каждый из нас, когда предстанет перед Богом, ничего ему никто сказать не сможет. Дело в том, что премудрый царь Соломон сказал так: начало премудрости – страх Господень. Вообще-то нормально, когда человек вообще начинает думать о Боге, испытывает страх. Потому что Бог, он, во-первых, непостижим, это не человек, это нечто, что-то очень высокое, очень большое, это вечное. Мы временные, он вечный. И, как замечательно сказал царь Давид, пророк, он сказал: «Вся наша правда, вот человеческая, будет перед Богом, как срубленное дерево. Мы все, оказавшись перед Богом, будем молчать». А я думала, вы скажете «пил». Надеюсь, сейчас ангелы, наши хранители смотрят нас, думают: «Ну ладно, ладно, еще встретимся». Да не, шучу. Все будет хорошо. Если с Богом будем, все будет хорошо. Кстати, если мы с Богом, все уже хорошо. Пил. Пью.